Я здесь. Ну что? Где Руслан? А где Руслан? О, ты спила с чинили. А он так стоит, сломанный. Что-то не починили еще? Что, блин, так не починили? Не, не починили. Да, Руслан, не видел. А куда он с тобой ушел? Не знаю, был. В Лондонс не было. Так, раз, два, три, раз, два, три. Слушай, мне как Советский Союз напоминает. Я помню, как люди так ездили. Даже люди похожи в Франции. Интересно, а вот летом на автобусе, как люди ощущали себя в Киргизском транспорте? 1, 2, 3, слышно меня? Слышно? Алло? Да? Давайте сейчас закроем двери. Закрываю двери, внимание. Сейчас поедем. Придется вот так вот снимать. Впервые в жизни со звездой. Внимание, автобус отправляется. Следующая остановка — смотровая площадка Воробьёва гор. Выставка транспорта. Ни хрена тут народу! Я не понимаю, почему они так выстраиваются. Да. Один автобус работает. А я могу сколько угодно кататься на нем, хотя бы заходить. Кстати, давайте сейчас к Алексею зайдем. Алексей, да, да, видите, стоит. Все в шоке такие. Что происходит? Он со мной не ехал. Раз, два, три. Уважаемые пассажиры, вам лучше включить какую-то музыку, информацию, или вы будете ехать и слушать вот автобус? Как вы считаете? Ну-ка. Информация — это музыка. Музыка в основном, музыка обычная. Один человек бородатый, подбородка, сказал, тут очередь, да, музыку они послушают, да, сейчас я вам включу, попадаю, сейчас я выключу, да. А мне, если я выйду из автобуса, то скажу ему, ну что, вырвался в пора, да? Второй круг уже. Давай вместе еще раз. Давай к Алексею. Хорошо. Сколько на нем ты ехал? Сколько по времени он едет? Сказал, что нормально едет. И не засекал. Сейчас мы тогда, наверное, все-таки просто прокатимся, да? Без бот. Может быть, теперь прокатиться просто получилось. Да, да, хотели на лазе, а получилось на лязе. Вот, даже девушка в шоке. Сначала в музей сходим. Да. А нам можно потом выходить из зала войти? Да, там просто сейчас идти к нам. Сейчас
сейчас заложим направо, потом налево. Внимание. Сейчас вот через 100 метров, да. Навалитесь налево. Навалитесь направо. Держитесь за поручни. Все в левую сторону навалились. Американские горки. Так тебе резко поворот. Ну, слабовато очень. Надо было побольше. Сказали, что уже даже до 10 вечера будет работать. Прикольно, что если он тоже сломается. Да, вас сломается. Алексей всегда на своем автобусе выхаживает. А вот что-то Петрович как-то... Тоже сейчас поворот налево, 100%. Сердце Москвы вижу на ладони. Электробус. Нет, 410-215. Что с тобой сделали? Сколько самокатов? Итак, уважаемые друзья, мы подъезжаем. Если хотите, можете взять визитку у меня или лежат на передней площадке в компостере. Там можно про этот автобус кое-что узнать, заказать его куда-то на мероприятие. А здесь видите выставку, мы будем вас бесплатно катать вплоть до 9 вечера. Так что не торопитесь, можете посетить выставку, еще раз покататься уже в таком более комфортном состоянии, когда народ будет поменьше. Так что все. А я вам говорю до свидания, меня зовут Геннадий. Спасибо. 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 Спасибо.
коллекционеров больших городских автобусов. Здесь тоже есть на выставке автобусы, подходите. Здесь есть еще Ириазы, 3 штуки, желтый, красный, белый, синим. И карусы должны быть. Я тоже хочу посмотреть выставку, но пока не получается. Так что вот, скоро к вам тоже присоединюсь. Вот видите, выставка, пожалуйста, на рейке центральной, да? Все, хорошо, всем понравилось, нормально? Хорошо? Заряжаете, заражаете, как это правильно. Заражать никого не будем, так что все в порядке у нас. Все, а сейчас новая партия пассажиров. Видите, мы не работаем, тут отдуваемся. Но автобус хорошо работает. 87-й год выпуска, кому интересно, 87-й год выпуска. Попозже можете подойти ко мне или к моему коллеге Александру, который до меня за рулем был. Мы вам про этот автобус, про транспорт Москвы все расскажем. То есть вот все, пожалуйста, подходите. Ну, когда немножко будет посвободнее, ладно? Если есть интерес, мы с удовольствием вам все расскажем. Все хорошо, счастливого пути, сейчас я вас высажу. И, пожалуйста, новую партию мне не буду сажать. Хорошо, до свидания, спасибо вам. Уже обратные люди столько, ё-моё. А задняя дверь открылась? Давай, давай, давай!